Ради экономии денег Дуг заморозил целый район. Жители улицы Паскаля уличную и домашнюю одежду уже не различают. Потому как даже в своих квартирах они вынуждены ходить в куртках и шубах. Температура воздуха в домах едва превышает 15 градусов. Вот вам градусник. Тут, пожалуйста. 16. Вот мы спим вот в этой комнате. Зайдите. Вот смотрите, под чем. Одно одеяло и пледом. Открываемся. Стены невозможны, они холодные. Плиту сжигаем. Вот все четыре конфорки. Поток воздуха доходит до этой. Через час опять 16-13 градусов. Раз, два, три и куртка. Мне плохо, я болею все время. На так каждом доме поставили ограничители тепла, шайбы. И вот поэтому у нас стало холодно. Вот диаметр-то. 56 миллиметров. Вместо 56 пропущено 10 миллиметров. Вот и все, разница какая. Они чуть теплые, вот это чуть горячее. А это вообще холодные. Это экономия, да? А на чем они экономят? На нас. Дома кровать вообще постоянно влажная. То есть вот, ну, прям живем с маленьким ребенком, условия вообще просто невыносимые. Реально очень холодно. Почему раньше этого не было? Кто-то за все отвечал, а сейчас кто за этим стоит, что никто не отвечает? Почему люди должны, которые пенсионеры, они вообще бегут вперед всех почтальона платить за квартиры? А получается как? Все обиженные, правильно, микрорайон, в основном пенсионеры здесь. А Дуг только мастера от нас отпихиваться. Во всем виновата. Я виновата, что я поменяла, сделала пластиковые окна и трубы, и батареи поменяла. Соседка виновата, что она не поставила пластиковые окна, и она не сменила трубы. Они мастера перевести стрелки на нас. В домоуправляющей компании Ленинского района к жителям отнеслись достаточно равнодушно и на вопросы отвечать не стали. Вопрос через пресс-службу, девушка. Нет, при чем здесь спецслужба? С вами я буду общаться без пресс-службы. Нет, подождите, я обращаюсь к вам, как представитель, это как жилищный вот взять нашего микрорайона. С вами вопрос я буду сейчас решать без телевидения. Чего так боитесь телевидения-то? А потому что так потому работает. Потому что это плохо работаете, это причина основная. Почему вы молчите, инспектора? Чего вы прячетесь? Вы для чего поставлены здесь, инспектора? Проверять или отсиживаться здесь? Ну что, молчите? Все вопросы через пресс-службу. Мы с вами разговариваем, вы не обращайте на них сказала, внимания, а на нас обращайте внимание. Почему я должна за свои деньги у вас нервничать и перед вами тут преклоняться? И вон жарко, она сидит вся красная, а мы синеем ходим. Еще вам говорю, раз вы не решаете вопрос, зовите следующего руководителя, который решает этот вопрос. Еще раз я вам говорю, без толочи одни сидят. Хотя они от нас зависят, но они с нами разговаривать не хотят. Кстати, как мы заметили, часть отопительных труб, которые находятся на улице, не изолированы. Поэтому львиная доля тепла уходит просто в никуда. И почему бы домоуправляющей компании не сэкономить на этом вместо здоровья жителей, непонятно.